Достаточно большое количество женщин обращается для лечения рубцовой ткани после родов, потому что во время родов существуют акушерские показания для проведения эпизиотомии, бывают разрывы в родах, которые разрывы промежности, вульвы, половых губ, что требует, конечно, косметологического вмешательства. Но здесь мы должны говорить, что есть хирургическое лечение, которое требуется женщине для восстановления пострубцовой ткани. Если не требуется хирургическое лечение, то, конечно, в рамках амбулаторного приема мы можем проводить эстетические процедуры на восстановление рубцовой ткани.